на катере применил подделку ERF 540 через резистор 1,2 Ома. Снизил напряжение до 25 вольт. Раньше было 33 вольта, тогда, когда прикасался на этом транзисторе. Сюда сгорал транзистор, он вообще тут подделка. У него кристаллик там такой маленький. Вон. Лысенький. Ты его разломал. Тут стоят два ERF 460. Вот тут по-разному дергал. Была раньше эта катушка, потом поставил эту. Это 1,9 МГц работает, если вот так вот подцепить. Тут на базе питается от 3 вольт, где-то 2 вольта подается на затвор. Затвор уже 2 вольт срабатывает. Что-то 2 вольта. Вот 1,6 вольта. Затвор там через резистор идет. Теперь пальцем уже не дотрагиваюсь, потому что может транзистор сгореть. Хотя теперь через резистор подключен. Тут не греется, он тут на других совсем опытов почернел. Еле теплый. Катер совсем слабенький. Заодно я буду и не буду облучаться им тут сильно. То он может негативно там на легкие как-то действовать. Показывает 3,5 ампера, а вот это 2,86. Завышено показывает, он даже выключено, завышено немножко показывает. Я этому больше доверяю, наверное, более правильно, может немножко занижено. Вот этот вот на пуш-пул я такие три ставил и пробовал, и через
резистор на затвор 80 Ом подавать, 82 Ома. И по-всякому, и их пробовал, тут конденсатор снабельный еще в параллель добавлял 4,2 нанофарада, чтобы как бы выброс эти он поглощал, но все равно он сгорал моментально, даже при очень слабой нагрузке. Поэтому я его на пуш-пул не ставил, я так думал его тут на пуш-пул ставить. А тут пришла какая-то подделка, которая вообще очень слабенькая. Вот только для качера и подходит. И то ничего нельзя трогать, а то сгорает. Ничего не происходит. Пробовал на лампу, но теперь одно выкрутил. Чистоту вот этот крутил, который тонкая подстройка вот этот. А теперь какая частота качества? Один и 9 мегагерц. Вот я могу феррит сунуть. Килогерц. Вот это лежат эти вот транзисторы на RS-540. Ну там крутил, вот это преобразователь ток.
Вот ничего не происходит. Вот на индуктор подается.